потихоньку прирастает. Волонтеры группы «Ивантеевка. Неравнодушные Z» благодарят главу округа Пушкинский Максима Красноцветова за помощь с предоставлением помещения. Еще совсем недавно они ютились в комнате консьержа обычного жилого дома. Там принимали гуманитарную помощь, сортировали ее, отправляли. Благодаря отклику главы волонтеры смогут продолжить свое доброе дело в пространстве в центре города на центральном проезде 14. Глядя на таких людей, ты понимаешь, что наше общество, оно действительно консолидируется, оно неравнодушное, и очень много порядочных, глубоко порядочных людей. Хочется сказать слова благодарности, конечно, людям, неравнодушным людям, которые занимаются этим. Слова благодарности предпринимателям, потому что очень многие люди помогают. Помогают, чем могут. Кто-то финансово, кто-то тем, чем занимается. Глава добавил, дело волонтеров неоценимо. Помимо сбора помощи, они одними из первых стали плести маскировочные сети для бойцов СВО, лить свечи, делать рожек, сухой душ, носилки. И в зависимости от сезонности и определяя приоритеты бойцов, отправляем на фронт с волонтерскими группами дружественными, с организациями ивантеевскими в том числе, и наши адресные посылки бойцам Пушкинского округа, мобилизованным и добровольцам. В новых помещениях есть где развернуться, много стеллажей. Впрочем, посылки с помощью долго в пункте не задерживаются. Эти, например, совсем скоро отправятся в Красногорский госпиталь. Там сейчас проходит лечение раненые из Луганской республики. Им волонтеры повезут все необходимое, а после выписки помогут вернуться домой. Приносить гумпомощь по новому адресу можно ежедневно с 12 до 16.00. Продолжат работу и другие пункты сбора. Подробнее обо всем можно узнать в группе в Телеграме «Ивантеевка. Неравнодушные Z». Наверняка в новом пространстве направление волонтерской деятельности еще расширится. Жанна Лавянникова, Евгения Федорова, Сергей Денисов, Мария Головачева, Анна Белова. Новости Большого округа.